Открытие сувенирного магазина FIFA стало яркой финальной точкой в ряду мероприятий, предваряющих старт чемпионата мира по футболу. Именно сюда совсем скоро направятся болельщики со всех уголков мира, чтобы увезти с собой на память куда-то в далекие страны магнитик, брелок или даже бокал с символикой мундиаля. Открытие магазина – это действительно такая финальная точка подготовки нашего города. И очень рады, что такой яркий красочный магазин открывается вместе с той программой оформления города и организации нашего города. И мы очень этому рады и приглашаем всех жителей и гостей в этот магазин. На торжественную церемонию были приглашены городские волонтеры и волонтеры оргкомитета. От лица руководства республики мероприятие посетил министр целевых программ Алексей Меркушкин. Он же и совершил первую символическую покупку в магазине. 220 рублей. А вас будет покатя? Работает 21 век. У всех присутствующих была радость на лицах, но она зримо смешивалась с усталостью от пройденного пути длиной во многие годы. Ведь почти вся инфраструктура к чемпионату мира выстраивалась с нуля. Как шутили в кулуарах, слава богу, что все открыли заранее. Остался только сувенирный магазин, где можно найти практически все и полностью облачиться в одежду с символикой чемпионата. Ну, опыт очень большой, существенный опыт. Опыт, который в совершенно разных областях заставлял, так сказать, вариться, решать разные задачи, многоплановые. Поэтому действительно такой очень хороший, богатый опыт. Завершилась торжественная часть совместной фотосессии всех желающих с талисманом чемпионата мира Волком Забивакой. Совсем скоро ему и всем нам предстоит финальное испытание. Достойно встретить гостей со всего мира. Есть уверенность, что мы справимся. Кристина Марценюк, Максим Тузин, Денис Ноздрюхин. Народные новости.